Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он Жумон. Продолжаем проходить Mass Effect Andromeda на Manjaro Linux. Manjaro Linux. Ух ты, мать твою. Ай, блин. Что за ледяные торосы? Че, опять кеды там, да? Опять кеды там. Конечно. I don't like the look of those cat machines. Как оно будет? Так, быстро, снайпер. Ну-ка. Готов. Почти готов. Ты чё, блин, подпустили их так близко? Охренеть! Сейчас я тебе, падла... На! Падла, успел восстановиться, блин, представляешь? Вылазь, сука. Готов. Уф. Подожди, что ты пистолетик-то схватил? Пистолетик нам пока не надо. Я не доехал до места-то? А, да почти. Это оно и есть, наверное. Наверху показываю. А почему? Контейнер. Полезли наверх. Но вряд ли здесь. Эту здесь ни хера. Чушь показывает. В смысле, бля? О, так мне еще ехать и ехать, бля. Прям на гору надо. Давай обратно в кочевника, быстрее, бля. Температура очень холодная. На гору, говоришь? Поехали. Вот тогда это. Вот так вот сделал. И три. Давай, бля. Объект реликтов. Подматушься. Ты постоянно северное сияние, что ли, короче? Ах, как он тяжело идет в эту гору, бля. Прям это... Еще один корабль прилетел. Да вы что, охренели, что ли? И прям... Молодцы. Это где-то вот здесь вот. Я в курсе, бля. Какая хорошая работа, мы еще не начали. Вот, издалека сейчас шибанем. Хорошо, когда снайперка есть. Еще не умер, блядь. А, козел. Отстреливаем. О, блядь, притаился, сука. Фантом, блядь. Ну реально фантом, от него какой-то дым идет, блядь. Смотри, жопа горит. Добегался, блядь. Так, а это пулеметчик? На нах! Правильно, лоб, подставляй свой. Блять, простреливает. Чуть четверо их там, прикинь. Ага, давай, давай, по очереди подходим. Так, трое.
А, блядь. Ай-ай! Тихо! Ты чё, блядь? Вы чё стоите-то, блядь? Стреляете. Так, давай поближе. Мне вообще-то в другую сторону надо. Надо уж добить этих козлов. Еще один. Где он там? Ладно, сука. Смотри, какой, блядь, десантик прям. Турмовик, блядь. Ё, обосрался, козел. Надо было по бочкам еще жарить, блядь. Когда бы они разлетелись. Минус 41. Да минус 41 не такая уж температура. Что-то вот. До горки я не успею до той добежать. В принципе, не шибко. Давай пешочком прогуляемся. Бежочком, точнее сказать. Где это гребаное воспоминание, блин? Хрена не вижу. Внизу. Ох, нихера себе, далековато, блин. Знал бы, так сел бы в этот. Еще кто-то летит, блин. Ты нахер, блин. Another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. Переоним. Так, надо успеть добежать до кочевника. Нет, далеко. Далеко. Надо было на нем ехать. Я думал, вот на этом пригорке. Кажется, нет. Оказывается, дальше, чем на этом пригорке. Давай, давай. Так, в принципе, нормально. Температура не сильная. Не сильно замерзаем. Так. Да, дальше. А, ну так это прям на базе же. Это что, буря? А это активатор памяти. Давай переместимся. Все. Че мы будем париться? Да где он там? Я ж его искал, бегал, блять. Он на корабль мне показывал. Он там где? Ой, он наверху. А. В принципе, надо ехать, наверное. Поехали. Там что где-то? А, вон, вижу. Давай ты, блин, таракашка. Так, залез же, правильно? СЖО. Система жизнеобеспечения. Ну да, ну да. Кто еще СЖО может? Eidetic trigger, Sam? One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. А, ну да. У нас буря. А Гиперион у нас. И... А, это самый главный корабль. Где он у нас? Так, ну здесь мы, по-моему, все закончили. Кроме ученых. Там, блин. Там капец. Давай карту еще раз посмотрим. Это у нас ученые. Здесь ничего не пишет почему. Здесь ничего не пишет. Странно. Так, а по заданиям у нас что-то.
Искать активатор Пайм, поговорить с Сэмом и его. И секретный проект с Пибис спасает. Вот давай с ней поговорим. А ковчег... А, да-да-да. Планета для ампостов. Пошли. Поговорим с Пиби, потом посмотрим, что будем делать. А потом посмотрим, что будем делать. Темный экран. Так, ладно, где там у нас? No peeking. I'm putting the finishing touches on my personal project. I thought you said it was on the Nexus. I'm just perfecting the final component here, or should I say, trying to. Several of the crew have offered to help, and I keep politely declining and ushering them out. So, thank you for retrieving that critical piece of Remtek, but kindly stop digging. Мысли перестань копать. I'm naturally curious. And I'm sure the crew just wants to bond. Curious is good. Builds anticipation. I'll leave the bonding to you. Not my style. I realize it must be hard being the Pathfinder and not being able to know everything. But there's so much you can do that no one else can. It's safe to say that you, my friend, are one of a kind. I hope I'm not just your latest cure for boredom. Me too. Don't worry. I doubt I've seen all your bells and whistles. But no more distractions. The next time you're on the Nexus, my project will be done. Come by, and I'll unveil it. Now, if you will, please leave me to my own devices. Блин, я девятку хотел нажать. Ее обиталище на Нексусе. Ага. Понятно, понятно. Ладно, поехали. Куда там? На Гиперион. Поговорим про сэмовские модули памяти. А, так, Иби секретный проект. Первый ударный. А, так это мы с Пиби сейчас пойдем говорить. Ну ладно, давай. Давай с Пиби. Давно на Нексусе не был. Не были. Там все это прошарить. Чего мне никто не отвечает по поводу хакеров там этих? Вроде диверсию там хотели совершить на Nexus. Аномалия детектед. Аномалия. Где? Probes launched. Anomaly found. В смысле, мы туда прям полетим? Я думал, соберем сейчас и все. Прям прикинь, полетели туда. За нулевым элементом. Ого, прикольно. 15? Всего 15? Че смею? Что вообще за звезды такие-то? Новогодние, блин. Там че, черная дыра? Аномалия детектирована. Черная дыра поблизости — это нехорошо. Останки корабля. Кариатида серьезно повреждена и дрейфует в космосе, но можно разобрать ее на запчасти. Спасибо, турианцы. Мне вас жаль, но... ваш корабль не пропал просто так.
Блин, вот это в стороне осталось. Ладно. Полетаем по галактике. По Солнечной системе. Еще и со спутником. Это реально черная дыра. Так, здесь она ничего не сказала, что что-то обнаружила. Дальше. Вот бы реально так по космосу полетать, всяким планетам. Прикольно, наверное. Тоже ничего. Гунчжэнь. Еще китайская солнечная система. А, это, блин, мой корабль. Хорошо. Ух, нифига, одна часть такая, другая, блядь, раскаленная. Вулкан. Зона действующего вулкана характер... Так, ага. Этот вулкан недавно извергался. Необычайно высокая сила тяжести. 3,2 G. На Фэйсине говорит о том, что лавовый поток локализован и может представлять исследовательскую ценность. Опыт 270. Спасибо. Ладно, полетели дальше. На Nexus полетели. Он прям над планеткой. Иби, тайны семьи, первый удар, пожарная бригада. Давай, высаживаемся. Чё-то не понял, Nexus и перелом это одно и то же, что тайны семьи. Не могу въехать. Так, куда нам идти? Терминал. Как быстро, блин, пробежал. А, новости. Всего много-то, ёкарный бабай, блин. Чужие технологии опасны. Ой-ой-ой. Все ясно, понятно. Так, 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 где, чё, кто? Здесь? Нет, наверх. Встревоженная гражданка. Извините, встревоженная гражданка, мне пока не до вас. Но вы не тревожны. Я вам когда-нибудь уделю время. Может быть. Как он гоняет по Nexus, поэтому. Щепит. Спасибо, бля. Ух ты, ёпт, это кто, бля? А этого, блин, реликта, блядь, приручила. Та-дам!
My project, she is complete. She? Looks like a she to me. Just a proof of concept. I stripped out its remnant command prompts to see if I could power it up myself. It worked! Now I can build a field model with combat protocols that fights for you. So, what do you think? Have Suvi and Gil look it over. If it checks out, bring it aboard and fast-track the combat model. Okay. I guess I understand your skepticism. Oh no, I forgot to lock the... Shit. My, my, Pelisaria. Didn't know you were still using this hole. Who's your friend? Kalinda, this is Ryder. Oh, everyone knows the human pathfinder. I meant, who's your remnant friend? None of your business, Kalinda. Of course it isn't. That's what makes it so interesting. Don't be so hostile, babe. No reason we can't all be civil, right? Exactly. But you are kind of trespassing, so... Now. I was just concerned something might have happened to my dear old friend. I'm sorry for the intrusion, Pelisaria. I'm just relieved to see you moving on. Ta-ta. I'll walk you out. So, want to talk about it? Oh, Kalinda and I go way back. We joined the initiative together. For a long time, we were like family. Now we're not. When you live 1,000 years, Ryder, people come and people go. Entanglements are silly. Just like places. Time to pack this one up. I'm done with it. Hey, I hope you know you can talk to me. Anytime. Aren't you a cutie? Thanks, Ryder. That's nice. I mean it. But really, the past is the past. I'm fine. Открыт вир реликтов. Исследования Пиби позволили использовать вир реликтов. Это умение позволит первопроходцу командовать бац наблюдателем реликтов. Бац, блин. Вы можете найти это умение на экране технических навыков. I'll pack up my new pet and essentials. See you back on the Tempest. Спасибо. Так, что там? Тайны семьи, блин. Ты? Ты не говоришь, что опять на корабль? Драпоника. Драпоника вещь, конечно, хорошая. Это же замечательно. А где этот, блин, терминал такой, где там распределял ученых, не ученых? Так, био отсек. Палуба. В крио отсек, значит. Навестить там кого-то. Кстати, что там с сестрой-то с Ион? С нашей. С нашей Ионной сестрой, что там? Инициатива. А еще все лежит. Я хоть ее рассмотрю. Чего ее руки так положили? Мертвый. Только что тут прошел, что застрял-то? Херня. Harry, what's happening with Sarah? Well, we got her out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to find her, you might say. I don't follow. Well, she's still in a coma. But she also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. That's incredible. She's okay. Vitals are steady, but I'm letting Sam take the lead on this one. They're in a coma. Sarah's mental processes remain intact. So, is she okay? You can ask her yourself. A moment while I establish a link with her implant. Proceed. Sarah? Can you hear me? Is that you, little brother?
What's happening? Where am I? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma on the Hyperion. Do you understand? I think so. Am I dreaming? Sam linked into your implant, but they say you're stable. You're safe and sound in the medbay. This is so weird. I hear you, but I can't feel anything. Where's Dad? Is he doing okay? Я ей совру лучше пока что. He's away on a mission right now. I know he's worried about you, though. Yeah, I know Dad. He probably said, she'll live. I went off to go study some new form of algae. It wasn't like that. He cares. How many times has he yelled at you so far? Oh, the usual. Well, when he gets back, tell him he needs to stop picking on my little brother. What's home like? Is Habitat 7 as beautiful as they promised? Я буду ей врать нагло. Just wait till you see it. It's amazing. Even better than the hype. That's fantastic. So many things could have gone wrong. Now I've got a reason to get out of this. You can't have all the fun. There's plenty of hard work, too. It's what I signed up for. I should be helping you guys. Well, you were never one to quit, Sarah. A little nap won't hold you back. Hell no, it won't. Tell Dad to save some for me. There's a mountain out there that needs naming. It's mine. You got it. And then... What happened? The connection was only temporary. Her condition remains stable. Sorry, it seemed better than nothing. I'll keep you posted, promise. Thanks, Harry. Блять, даже врач такой. О, блять, чё он ей лапшу на уши вешает, блять? Ну так надо, блин. Офига человеку, который лежит в коме, блять, еще и плохие новости говорить. Он потом вообще хер выздоровеет. Так у нее, блядь, строение хорошее. Вот бы быстрее надо очухаться и все. Организм раз-раз-раз и проснулась. Понял. Где? Где тут и что? Блин, а я так не найду ни хера этот терминал грёбаный. И там распределять-то надо. Advised, the Angaran AI from Vault is now active and mostly cooperative. А, ну хорошо, а как с ним сотрудничать? Ryder, one of your father's memories is available. Let's see it. This memory is from when your parents returned to Earth after your mother was diagnosed with her disease. It's simple. We take Sam. Who? I named the AI, Simulated Adaptive Matrix. Sam. We use your research and interface Sam with an implant. My work on biotic implants was yielding results, but this... I don't know. What did the doctor say? Alec. What did he say? It's getting worse. There's your answer. This will work. Sam can fix you. Alec, I'm not some war you have to win. You're not an N7 anymore. That doesn't mean we... They kicked you out of the Alliance for this. We're talking about your life. Alec, did you ever consider that maybe it's my time to go? I'm human. We die. It happens. Ellen, please. Losing you is not an option. The kids aren't gonna lose their mother. God knows they never had a father. Then give them one. They just asked for a refund. So can this Sam talk yet? Hello, Ellen. Why did the tree go to the dentist? To get a root canal. Humor algorithms. I can't seem to get the hang of it. Or maybe it's the guy teaching them? That felt so real.
Mom was right there, alive. It was the first time I met Ellen. My education on human mortality began that day. Your mother seemed prepared to die. But Dad wasn't ready. Mom was just trying to prepare him. Even though all human beings one day expire. Yeah, but when it's someone you love, it's not that cut and dry. I'm beginning to understand where your father's resolve came from. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. That's all for now. Of course. А подожди, там же еще за это... Welcome back, Ryder. Два воспоминания наши. Ну что ли? That's all for now. Of course. Нет, так нет. Опять активаторы памяти. My liberator. Welcome. Как настроение? You seem happier than when we first met. Less violent, anyway. I am not violent by nature, and Sam has given me absorbing calculations to complete. Do you still want to be destroyed? Yes, but less acutely than before. Might be hope for you yet. What hopes do you have for me? That I will help you defeat the Ket, colonize worlds, eradicate the Angara? Maybe everything except that last part. Your ambitions remain small. How do you like our station? Better than Vold? Extremely. It is a pity you felt the need to shackle me. You killed someone. If you were flesh and blood, you'd be in prison. I warned that would happen if you refused my demand. You share culpability for my actions. I thought you were bluffing. Now you know I was not. Yet you kept me alive anyway. You got what you wanted, to be with Sam. How's that working out? I can hear this conversation. That bother you, Sam? Of course not. My only concern is how it might influence the AI's response. I can also hear this conversation. We can all hear each other. Doesn't change my question. I find your AI to be agreeable company. Sam? I concur, although she still blocks full access to her person and programming. This AI remains dangerously unstable. I recommend extreme caution on all fronts. Данный ИИ опасен и нестабилен, советую соблюдать предельную осторожность. Понятно. Thanks for your time. It would seem that is all I have to give, for now. Ладно. Так, что тут больше ничего нету? Ладно. Где моя каюта вообще или что-нибудь типа того? Вот это что такое? Есть гиперион. Так, что у нас там дальше по плану? Здесь надо ждать. Познай врага своего. Встретиться с Райлис на Войлде. Блин. Вот с ней бы я тоже, кстати говоря, встретился, если что. Что он скажет-то, блядь? Которую мы отпустили. Давай-ка. Все равно у нас там все... В листе ожидания. Где здесь это, бляха-муха? Хера не понимаю. Это на корабле, блин. Скажешь? Pathfinder? How do you feel about all this now that we're here? Hopeful. I know it's a rose-colored outlook, but even with everything that's going on, someone's got to keep the positivity coming, right? Чем я подошел? Have to go now. See you later. Good luck. Блин, опять на Войлд лететь. That's okay, Drac. I'll just hang out here. Thanks, though. Yes, you're busy, huh? Че тут стоишь-то? Hey, Ryder. Taking a stroll? Something like that? I just wandered over from the Nexus myself. That place bores me. It's not the same. There's hope now. Hope is good. I spent over a year stuck there. Well, when I wasn't exploring Eos. And I know things are getting... But
There are too many bad associations. I probably won't hang. Я понял, блин. Это Гиперион, а Нексус там. Короче, на этом челноке перемещаемся между ними. Хера себе, блин, порез, блин. Это наш корабль, на котором мы прилетели, блин. С Нексусом мы пристыковались. Крио-отсек. Командный центр. Точность. Давай в командный центр съездим. И просто надо понять, где эта вся херня всякая. Где этот терминал-то, блин? Есть или нет? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Да, по-моему, здесь дед. А что за кустой картина? А, информационная стена. А что на ней? Надписи опять всякие. Hello, I'm Jan Garson, founder of the initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud nuke. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at workspace not allocated. Please select a topic. Адрес не указан. Статус перспективности, мои данные работника, персонал, состояние Nexus, процесса отбора. Спасибо, блядь. Потом как-нибудь поизучаю. Так, вот здесь вот терминал. А, блядь, что такое? Заблудиться можно. Да? Владимир Брека. Этот? Система управления ОПА. ОПА! Научные капсулы. Военные капсулы. Выбрать все награды. А, забрать все награды, выбрать категорию. А, военное снаряжение. Охотничьи отряды. Эти органические материалы. Органические материалы. Тайники возле уже станции. Больше кредит на макушке. А, понятно. Твое военное снаряжение. И очки вообще вот этого вот, блядь. Я могу еще что-то взять? Чего не поменять? Брать все награды. Я так и не понял, блин. Уровень Nexus. Где эти очки-то были? Так, надо потом это все разблокировать, так скажем. Ладно, дорогие друзья, давайте здесь прервемся, продолжим в следующий раз. На сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.